Ну и, собственно, вот мы на нашей бизнес-зоне, и что можно увидеть? Да, например, замечательные пуговички Union Knopf немецкого производителя, как я уже сказал, и поставщика таких известных домов, как Prada и Hugo Boss. Да? То есть на выставке в Кёльне, например, международный H&H, можно увидеть их стенд, а у нас новая летняя коллекция, да, то есть такие, например, джинсовые тренды, да, то есть... Это модные цвета, которые модный дом заявляет на лето 2018 года. Такие морская тематика, да, она всегда летом в тренде. Да, то есть такие пуговицы, да, то есть с якорями, очень красивые. И отдельная коллекция, я всегда называл ее коллекция рынка садоводов. Вот, реально такие вещи, которые у нас в России тоже можно найти совершенно спокойно и без всяких пряжных домов, но тем не менее здесь своя подача, своя концепция. И пуговицы совершенно различные, да, то есть стиль милитари, да, например, вот такие пуговички, да, слегка потертые. Пуговички очень модные сейчас, трендовые черепа, да, то есть разных цветов. Причем производитель делает из разных материалов. Вот эти, например, двухсторонние пуговицы сделаны из каменного ореха. Очень прочные, приятные для прикосновения. Из натурального дерева, кокоса, да, вот посмотрите на эту пуговицу, она, например, похожа на старое какое-то написанное письмо. Да, различные пластиковые пуговицы вот здесь вот с перышками оригинальными. А, и самое главное, что мы вам забыли сказать, сейчас мы вот это немножко отмотаем, это тренд, да, то есть следующий тренд на лето 2018 года абсолютно в любом виде рукоделия, это фламинго, ананасы и кактусы, да, то есть мы только что вернулись с выставки во Франкфурте, они были там везде, вот, поэтому даже в пуговицах эти тренды присутствуют, фламинго, кактус, ананас, это у нас везде. Ну, вот, кстати, даже еще одна линейка, опять же, из каменного ореха, это фламинго. Ну что ж, спасибо, приходите смотреть еще к нам.